Магаданский парк «Маяк» признали лучшим объектом областного центра Колымы. С 11 по 25 февраля в социальных сетях, в официальных аккаунтах правительства Магаданской области и регионального Минстроя прошел опрос мнений. Жители голосовали одновременно на 7 онлайн-площадках. Участие в опросе принял 281 житель региона. Лучшим объектом парк «Маяк» признали 116 человек. С момента открытия в декабре 2019 года общественное пространство стало излюбленным местом отдыха горожан. В текущем году благоустройство парка продолжится. В рамках второго этапа прибрежная территория пополнится смотровым мостом, комфортными площадками для отдыха и спорта, кафе, парковкой и гостиничным комплексом «Новая Скандинавия». Одно из принципиальных решений проекта второй очереди – создание пешеходной сети, связывающей треки парка, существующие тротуарные связи, прилегающие жилой застройки и перспективное развитие прогулочной зоны набережной.